Здравствуйте, друзья! Мы возвращаемся в Гномарию. У меня тут самая последняя версия 0.8.29.1, и по ходу наших приключений я вам также расскажу о том, что же произошло в последних двух версиях, потому что я, по-моему, не рассказывал. Вот в предыдущей версии у нас произошло изменение системы ценности. Много у каких предметов поменялась ценность, проще говоря. Ну да, действительно, куда уж проще-то говоря. А, помимо этого, это повлияло, в частности, на отношения с купцами. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Дело в том, что теперь кузнецы... Тут я все-таки, наверное, закроюсь. Теперь кузнецы... точнее, не кузнецы, купцы, извините. Так... Хорошо, все, все, сосредоточился. Так, build, terrain, wall, any clamp. Пониже. Все, поставили. А, теперь купцы меняют цены, насколько я понял, в зависимости от того, насколько богато наше царство-государство гномье. И, соответственно, советую всем тем, кто хочет обзавестись альпаками или эму, или может быть и тем и другим, постараться купить их у первых же торговцев, пришедших к вам, потому что потом цены на них вырастут, ну просто до небес, они будут исчисляться тысячами, а то и выше. Так, у меня уже начали пользоваться колодцем, да, бедняжки, нечего пить. Так, пивко. А, ну да, правильно, пивко. Угу. А, ладно, а дальше будем делать вино. Вот сейчас я ему закажу сразу побольше вина. Давайте, действительно, мне дали хороший совет, что нужно показать вам тех гномов, которых я обзывал. Поэтому давайте я покажу вам. Знакомьтесь, гном Урист или Юрист. Вот он, с кирочкой в кепочке. Кто у нас следующий? Гном по кличке Клонг. Где-то здесь неподалеку. Вот он, с кожаной такой лентой через грудь и с коричневыми волосами. Следующий гном Горанор, да? Горанор получается. Горанор. Ты Горанор? Да, Горанор, вот он. Гном-женщина в зеленом. Это Горанор. Следующий гном, это у нас... Драупнер. Не помню, давали ли мне такое имя. Ну, в общем, вот он, Драупнер. Прошу любить и жаловать. Запоминайте, ребята, это все ваши гномы. А, Дивол. Посмотрим, где же ты. Фермер, вот он, в жилеточке и в красной рубашечке. Хорошо, замечательно. Следующий. Долгросил. Долгросил. Тоже женщина, вот она, с конским хвостиком. Чербик. Чербик. Здорово, Чербик. Чербик, вот он в чепчике. Отличненько. Следующий, Фингас. Так, ну это, по-моему, у меня уже не названные, такое ощущение. Ну да, у меня такое ощущение, что это не названные. Ладно. Сегодня я, наверное, гномов называть не буду, назову их в следующей серии. Присылайте свои имена, я теперь буду устраивать торжественную процедуру именования гнома, буду вам его также представлять и показывать. А, так, что у нас творится в экономике? Постепенно мы начали заниматься едой. Так, ну нет, это у меня две бойни, я сразу две их построил, что ли? А, нет, это все-таки кухня. Угу, чудесно. Так, тут все верно, готовятся сосиски. Бойня автоматически... поставить эту... Нет, пока рановато ставить эту штуку, потому что у меня еще одно пастбище. Я планирую сделать пастбище 2. Ладно, гномики, вы бегайте пока. Там стенку построите. Все? А, стенку они уже построили. Да? Я просто не обратил внимания. Здесь у меня еще пока не готова мастерская. Потому что должны сделать три стола. А три стола должны сделать вот тут. Вам заказаны три стола? Да, им заказаны три стола. Они их изготовят в скором времени. Здесь делаются поделки из костей в автоматическом режиме. Но тогда, когда есть, конечно же, свободные гномы. А тут у нас очень важная мастерская, как я уже говорил. Тут у нас происходит как минимум изготовление бинтов. Но...
нам нужно изготовить не только бинты здесь, а еще и некоторое количество сумок желательно. Но прежде чем изготовить сумку, нужно изготовить нити. Так, сейчас посмотрим, сколько на матрас нужно 1 единица ниток, да? Я на всякий случай сделаю крафту 2 единицы ниточек. Мне потребуется, ну, пэддинг мне пока что, наверное, не нужен. Матрасы тоже рановато, а вот мешочки пригодятся всегда. Это очень важная штука. Мешочков у меня будет 3, так же, как всего остального, так же, как бочек и ящиков. Всегда свободных 3 мешка будет у меня. Ну и матрасы... Нет, знаете, сначала разберемся с экономикой, а потом уже займемся кроватями. Потому что матрас, он нужен для того, чтобы сделать кровать. Да, совершенно верно. Ну все, тут пусть они трудятся. Что следующее в нашем празднике? Кстати, про наш праздник жизни. Здесь все выкопано. И, наверное, следующим... по счету. А чего мы не таскаем бревна? Так. А, ну правильно, бревна они просто перетаскивают сюда. Это хорошо, это ничего страшного. Меня больше интересует другой момент. Сколько у меня камней? Потому что у меня такое чувство, что камень-то у меня подошел к концу. Да? Ну давайте сделаем майн вол. И тут маленечко вот так вот аккуратненько прокопаемся. Так, здесь у меня следующая общага, точнее расширение общаги, оно уже произошло, и мне ее в принципе хватит на довольно-таки долгое время. Бочки, ладно, бочек хватит, у меня сейчас и так напряженка с питейными ресурсами. Фух, как это сложно все, вот это все. Экономика гномья. Гномономика. Starting rain. Пошел дождь. Так, что у нас следующее? А, я рассказал вам про предыдущий патч, но теперь настало время рассказать про этот патч. Дело в том, что этот патч наконец ввел то, чего, на мой взгляд, Гномории давненько уже не хватало. А не хватало в ней возможности переплавки. Сейчас можно металлические предметы переплавлять и получать из них обратно слитки. Вот это, по-моему, просто прекрасно. Так, делаем билд воркшоп. Следующее, что мне потребуется, это вот здесь у меня будут зачатки металлургии. Поэтому я делаю воркшоп. Так, клов у меня есть. Стоун карвера я делать не буду, он мне не нужен. Фуддринг, то, что нужно, у меня уже построено. Джем каттер пока что точно мне не к месту. Металлообработка. Мне потребуется фернейс. И для фернейс мне нужен, собственно говоря, фернейс и меха. Белоус. Хорошо. Эта мастерская позволит мне заниматься жечь бревна и получать из них уголь. Все очень просто. Вот здесь мы у Стоун Мейсона сейчас закажем... Так. Нет, вообще тут все правильно. Стоун Каттер делает блоки. Блоки будут делаться из камня, который сейчас мне должны будут добыть. Ускоримся немного. В спячку впали маленькие мерзкие гномики. Так, сначала тогда у Карпентера. Так, нет, это лесопилка. Тогда у Карпентера сделаем меха. Белоус. Крафт Белоус. Ой, кстати, давайте-ка сразу сделаем тренировочные манекены. Нужно 2 тренировочных манекена, чтобы изготовить тренировочную площадку. Поскольку тренировочная площадка, думаю, что мне в скором времени потребуется. Я подрежу какого-нибудь гнома работать ополченцем. Так, кожу им тащить некуда, но это ладно, ничего страшного. Потом оттащат. Фу, так. Меха я заказал. Нужно заказать жаровню, furnace. Ну и печь, в общем. Хорошо.
давайте даже мы ее передвинем наверх, чтобы ее изготовили в первую очередь. Не какие-то там столы, еще что-либо, нет. В первую очередь печь. Так, пожалуй, что сейчас у нас самое время для того, чтобы подумать, куда мы поставим тренировочную площадку. К сожалению, здесь она не влезет, потому что ей нужен квадрат 5 на 5, а ночью я ее ставить не хочу, потому что ночью это чревато... В общем, мне нужно будет разбить стены, а разбивание стен ночью чревато тем, что я окажусь под нападением... Ну, я здесь могу поставить тренировочную площадку. Почему мне обязательно делать ворота там? Я же могу главный вход сделать здесь, действительно. Всё, здесь у меня будет тренировочная площадка, милитари. Ну, как-то... Как-то, знаете, вот так, поближе к краешку. Потому что у меня будет расширяться пахотные площади, но не совсем вплотную к стене. Вот так вот. Да, сделаем вот так. Хорошо. Пока все хорошо. Казалось бы, сейчас принесут второй. Скомстролят тренировочную площадку. Пока что не буду заниматься тем, чтобы выставлять, собственно говоря, ополчение. Хотя, быть может, и стоило. Давайте сейчас займемся милитари. Униформа plate mail. Shield. А что у меня? Что у меня по этим предметам здесь? Так, оружие. У меня нет оружия. А, нет, стоп. У меня есть три копперхаммера. И шлем с нагрудником. Мне нужен молотобоец. Так, кто-нибудь из новеньких у нас является молотобойцем? Вот у нас гномот есть. А, файтер. У меня есть два... Слушайте, я, оказывается... Все позабыл. Это мечник. Ладно, пока что ничего страшного. Пока он подерется. И это тоже мечник. Ладно, пока мечник подерется молотком. Не вижу в этом ничего ужасного. Шлем Эни. Ну ладно. Потом, если чего, поменяю, так-то. В общем, не столь важно. Перк, так, угу. Вейс и гном, скаут, нет, 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 охранник, Марк, знаешь, шутер, это мне тоже, это для стрелков, добей его, сбей его, вот это может быть интересно, но не будем, вот, дизарм, что ли, взять, милите. Дизарм. Я возьму дизарм. Это преследовать, пытаться преследовать потерянную цель. Сохранять дистанцию. Отступать, когда кровушка потекла. И ассистировать главному в отряде. Хорошо, это мы возьмем. Теперь формации тоже нужно выбрать перк. Это я возьму, как раз скорость передвижения, почему бы нет. Basic Soldier, прекрасно. Защищать гномов, избегать врагов, не надо избегать врагов. И отряд. Ну, я пока использую вот этот вот стандартную формацию. Секундочку. А, сначала нужно, наверное, вот randomize name. А чего вы у меня не хотите? Ладно, создадим новую формацию. Будьте вы прокляты. Basic Soldier сюда входит. Perk on the move. Basic Soldier, Basic Soldier. Все, тут побольше солдатиков. Теперь создаем отряд. Это самый первый. Все равно как он называется. Зашибись. Почему я не могу выбрать формацию? Вот сейчас ничего не понял. Окей, перк. Дизарм, униформа, plate mail, retreat of bleeding, так, assist, formation, on the move, basic soldier, не basic soldier, a new position, пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу, рандомайз, и тут пусто. Ладно, знаете, я с этим потом разберусь, это все равно пока не горит.
По идее, на меня просто никто сейчас не должен напасть, потому что я отгородился. Что у меня происходит экономически? Каменные блоки делаются, чтобы потом из них сделалась печь, которая установится сюда, и все будет совершенно замечательно. Все, вот сейчас как раз изготовится печь, мы ее увидим. Она будет вот так же выглядеть, как здесь. Он уже стал... Секундочку. Что-то я сейчас не понял. Он, по идее, должен был сделать сначала фернейс, а он что-то взялся за столы. Ну ладно. За столы так за столы. Что должно... А, вот. Вот теперь они взялись за то, что нужно. Следующая мастерская у меня тоже будет из металлообработки. Сырые металлы. Кстати, про механизмы. Tinker Bench. А, нет, для этого нужны будут металлы. До этого мы еще постепенно дойдем. Так, металл, фернес, форж, фернес, форж. Форж и смелтер сразу нужны. Но мне пока рановато, я еще ни одного металла не нашел, потому не будем. Так, сколько у меня доступно бревен? 88 бревен. Я, пожалуй, наделаю немного уголька. Вот столько. И у Карпентера я наделаю... Вот они, факелы. И чтобы у меня было всегда свободно, скажем, 3 факела. Вот так. Все. Хорошо. Кто-нибудь побежит заниматься? Что-то мне подсказывает, что никто не побежит этим заниматься, поэтому посмотрим, кто у нас может, в принципе, этим заниматься. Вот, Гномот, ты можешь этим заниматься? Да, хотя, что я тебя спрашиваю, ты можешь этим заниматься? Я решил за тебя, но только мне нужно создать новую профессию, потому что я обычно делаю отдельную профессию смелтера. Он делает... эти ребята будут делать уголь. Так, смелтинг. Блэксмайфингом они не занимаются. Да, они занимаются чисто смелтингом. Исключительно расплавкой, потому что смелтинг это также и изготовление угольков. Так, и вот тебя, Гномода, я хотел назначить смелтером. Все? Ты теперь смелтер, поздравляю. Почему не бежишь работать? Потому что спишь, подлец ты мелкий. Вот он, посмотрите на него, спит, когда нужен. Ну ничего, проспится и прибежит. В этом, в общем, нет ничего криминального, в конце концов, пока что, по крайней мере. Так. Ну ладно, тут он, в общем, сбегает, если что, за бревнышками, это к ближайшему складу. Ничего такого там нет. Это что за склад у меня? Чего в нем хранится? А, это общий склад, в котором сейчас хранится только хлопок, да? Надо поставить пару мешков. Storage bag. О, у меня уже есть доступные мешки. Это просто замечательно. Сюда поставим пару мешочков. И куда можно поставить мешочки еще? Конечно же, вот сюда. Сюда. Так, раз, раз, раз. Все. И готово. И они в них будут хранить различные семечки, а здесь мы соберем вот этот дикорастущий, теперь уже дикорастущий, точнее, хлопок. Agriculture forage. Собрать хлопок. Земляничка выращивается, березовая рощица, о, яблочный сад просто замечателен, и мое пшеничное поле тоже в порядке. Ну что ж, в принципе, все не так плохо, как могло бы быть. Я успел определенную такую экономику выстроить, хотя мы несколько ограничены в ресурсе. О, вот, смотрите, уже делается уголек. И куда мы его будем складывать? Мы сделаем специальный складик. Здесь это будет складик для уголька. На этот склад мы даже поставим, скажем, ящичек. Один ящик. Так вот, скромненько. Где еще нам требуются ящики? Тут у нас есть ящик. Здесь поставим ящик.
Так, где-нибудь внизу нужны ящики? Здесь потребуются ящики, но потом. Тут пока ящики не нужны, еду складывать. Слишком мало еды, чтобы ее складывать. И мне совершенно точно нужен еще камень, я чувствую. Ну, хотя пока не то чтобы очень, но стоит об этом начать задумываться. Изготовлены факелы. Карпентер, факелы есть? Вот не поймешь, что надо здесь смотреть. Да, факелы есть, прекрасно. Зачем факел? Для того, чтобы засветить вот это пространство, потому что насчет него я больше всего опасаюсь. Поэтому мы делаем выставляем фурнитуру. Фурнитуру, торч. Так, факел примерно засветит. Столько, наверное, засветит уже. Но я поставлю его один, скажем, тут, вот тут, да, и один, скажем, здесь, на будущее, потому что у нас тут будет разработка камня вестись. Посмотрим, как они их установят. Они же их установят. Ну, конечно, когда выспятся, тогда и установят. У меня намечается определенная нехватка еды, но на самом деле это только видимость, потому что еды-то у меня совершенно точно будет вдоволь, будьте уверены. Сейчас настал момент обозначить еще одно пастбище. Оно будет точно таким же, как предыдущее по конфигурации. 6 на 14, может как-то вот так вот сделать. 6 на 14 это будет 60 84. 84, а 8 на 9 это 72, таким образом 81. Ну так можно сделать, точно влезут. Да, здесь у меня будут пастись яки. Як будет называться это пастбище. Бэк и небольшая настройка. Тут тоже будет не более 2 самцов и не более 12 самок. Так же, как и здесь, да? Подождите, почему 14 самок? Не 14, 12. Не более 2 самцов и 12 самок. Все верно. Потому что всего пастбище на 14 голов. Что? Неужели все уже забито семенами? Серьезно? Надо еще сумочки. Ладно, пока не будем, у меня... Хотя нет, у меня хлопка, в принципе, в достатке, поэтому я могу себе это позволить. Так. Билд, стойч и сумочки. Еще один рядок сумочек. Для саженцев можно было бы поставить ящики, вообще-то. Да, давайте я поставлю для саженцев ящики. Билд, сторидж, крейт. Для саженцев поставлю... Стоп, нет! Стоп, стоп, стоп. Cancel job. Оказывается, саженцы тоже хранятся в мешках, я их забыл совсем. Ну ладно, ничего страшного, тогда просто побольше мешков. Storage bag. Еще, скажем, вот так вот. Мне кажется, лишним не будет. Тут у нас будет второе пастбище. Ой-ой-ой-ой, гномы-то уже бегают за тем, чтобы попить. Что же делать? Что же делать? Давайте наделаем немного пивка, а потом немного вина. Все. Срочно дистиллерировать все это дело. Засветили? Да, как я и предполагал, все засвечено. Здесь, в принципе, наверное, можно не засвечивать. Тут я вообще просто замурую, потому что нафига мне тут копать. Хотя нет, знаете, пока... или нет, мне этот уровень, вероятнее всего, не потребуется. Поэтому я просто сейчас замурую. Build, terrain... Или засветить? Нет, замурую. Так, build, terrain, wall из любой грязи. Сюда. 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 Главное, чтобы они там себя не замуровали, эти хитрецы. Поэтому надо бы за ними проследить. Это какой-нибудь шибко умный гном,
с легкостью может себя замуровать, а то и внутри стены. Так, ну вроде бы все, теперь я буду спокоен. Продолжаем налаживать экономику. У нас уже производится, в принципе, уголь. Давайте я даже, наверное, сделаю такое. То есть уголь будет производиться до 10. Пока до 10, потом при необходимости сделаем и побольше. Посмотрим, что... О, тут у нас пост для торговца был сделан. Так, стоп, а торговцы не приходили? Конечно, приходили. Торговец пришел, но не может войти. А спрашивается, почему? А ответ прост. Потому что негде ему заходить. Но я боюсь, что если я, блин, сейчас стеночку-то снесу, то у меня придет какой-нибудь... Так, тут назову Май. Голова. Шлем. Бристплейт. Полдрон. Сейчас я вот полностью попробую. Все-таки нужно этим заняться. Не Энни, а ботинки. Ботинки? Ну да, ботинки. Leatherhound. Энни и Энни. Все. Positions. Ой. Positions. My pos назову. Ой. Это у меня всегда так. Так, positions. Вот сюда my pos. Перк. Как я и выбирал. Disarm. Униформа. My. Так, отступать, если началось кровотечение. Ассистировать лидеру отряда. Хорошо, все замечательно. Formation. Лидер. My позовый. On the move подход. А, тут тоже нужно. Назовем ее Guard. Перк on the move, лидер будет из my position, и здесь my pose, он вообще у нас пока всего будет один, поэтому все, да? Ой, нет, void enemies нельзя делать ему. Squad, отряд, new squad, ай, надо было просто new... Ой, вот уж хитрец, а. Ладно. Так, guard. Где-то у нас тут был солдатик. Солдатик. Вион. Знаете, я сейчас еще посмотрю, кто из них лучше для этого дела подходит, потому что нету у меня в этом четкой уверенности. Хотя, с другой стороны, пока что, в общем, особенной разницы нет. Хотя нет, вот этот довольно-таки хорош. Пусть он сейчас берет эту штуку и бежит сюда. Не будем делать рекорд комбат лог. По идее, он сейчас должен резко экипировать. О, вот он, красавец, смотрите. О, с двумя молотками, слушайте. Вот это круто, кстати. Так, билд майн. Нужно с рачником впускать торгаша. Куда? Что ты? Куда вы? Не, ну... Я... мог бы догадаться, вообще-то. Вообще-то мог бы догадаться, действительно. Что ты там Беджера, барсука побежал валить? Да куда? Да зачем? Ты сейчас... Ай, ладно, черт с тобой. Не, ну нормально, блин, конечно, барсук его укусил за ногу и все. Ай, надо переносить склад с бинтами сюда, конечно же. Ну, надеюсь, что он добежит. Вот что у него? Наверняка же ноги, да, поранены? Я сейчас посмотрю. Конечно. А нет, правая рука. А где у меня склад с бинтами? Вы чё? Рили? Где он? Серьезно? Мне показалось или... Так, муфту. Ты жив-здоров, назло врагу? Injured right arm. Куда ж ты снова пошел-то, парнишка? Нет, нормально. Он же не долечился и пошел на этого барсука. Вы видите, а? Так, барсук-то хоть побитый, нет, я надеюсь. Injured right leg. Ну, барсука хоть немного побил, и то спасибо.
Нашел себе цель тоже мне. С барсуком подраться решил. Зашибись, снова отступаем, да? Ай, как бы тебе от потери крови-то не окочуриться. Тоже у меня боец. Так, все, переносим сюда склад. Блин. Я сказал, переносим сюда склад. Склад будет вот здесь. На нем будут храниться бинты, будь они прокляты. Так, бендаж. Максимально. Угу. И сюда поставим еще один ящичек. Вот сюда один ящик. А этот склад мы сейчас засуспендим. Так, нет, я сказал этот склад. Стоп-пайл. А, ну вот у него... Пятый, да? Ну ладно. Бинты где делаются? В луме? Нет, в луме делаются... Вот здесь делаются бинты. Все, вроде бы так более-менее нормально. Куда ты побежал? Куда ты побежал? Вот же бинт... Ну чё, горе вояка? Раненая рука, ну зашибись вообще, красавец, а? Как бы тебе об этого барсука-то зубы не попереломать свои? Ой, сейчас еще ночь начинается, красота. Ты снова убегаешь? Или ты уже подвалил таки этого барсука? Куда? Вояка, а? О, зашибись! Началось в колхозе утро, гоблин прибежал. Причем файтер. Ах ты ж, мать моя женщина, он с топором. Ну все, Клонг, Клонг, беги! Гоблин файтер, атаковать гоблин файтера. Клонг, уходи, уходи оттуда. Красавец, вообще так. Ах! Черт побери, Клонг не выживет. Я чувствую, Клонг не переживет это. А, нет. Клонг, похоже, будет... Ты опять за барсуком пошел. Ай, ладно, что у нас там у торговца? Что-то эти ребята на меня тоску нагоняют. Торговец. Вот, видите, уже 500. Но это же дорого, это же реально дорого. Я не знаю, я здесь решил не устраивать себе челлендж. Такие, знаете, гномов-скотоводов. Ну, то есть, у меня была идея сделать такой челлендж, чтобы были чисто гномы-скотоводы, максимально получали ресурсы именно со скота. Но не думаю, что сейчас для этого места, сейчас, знаете, как-то выжить бы, как говорится. А вот руду давайте попробуем прикупить. Это интересно. Так, эту штуку продадим всю. Нам бы ее от нее как раз избавиться. Что у нас есть такого, что можно продать? Семена, саженцы. Ну, вот эти саженцы я продам. Солома всякая. Так, пиво, череп. Череп я продам. Не буду делать из него шлем. Так, бинты, статуэтки пошли, вот они. Раньше, кстати, статуэтки тоже стоили дороже, чем сейчас. Посмотрим, сколько я смогу купить руды на это. Что-то мне подсказывает, что не очень много. Ну ладно, сколько сможем, столько и куплю. Столы, стулья пошли. О, хендакс. И копперхаммер. Нет, это я пока продавать не буду, потому что мне нужно будет чем-нибудь моих еще ребяток снарядить. Хотя, быть может, и стоило бы, потому что копперхаммеров-то у меня в достатке, а вот мечей пока нет. А у меня на самом деле-то вот эти гномы, которых я изначально подрядил быть вояками, специалисты по мечам. Так, так, ну ладно, видимо, это все, да? 600. Пу-пу-пу-пу-пу. 600, конечно же, я не потяну. Мне нужно в 4 раза меньше. Сколько отдать? Отдадим 25.
Так, хорошо, пятерочку я тяну. Каждая единичка стоит 20, да? Вот, могу потянуть 2. 7 единиц бронзы. Ну, ладно, для начала на самом деле и так неплохо. Куда вы бегаете? Слушай, нет, серьезно, куда вы бегаете все? Мне вот интересно просто, куда они бегают? Чего они оттуда тащат? Бревные саженцы? Рили? А, точно, тут бревна. Ладно, согласен, моя ошибка. Что, чем там занят мой пока что единственный ополченец Вион? Left leg and right arm. Ты что вообще делаешь-то там, а? Ты где, дорогой? Он с барсуком дерется. Зашибись. Уходи отсюда. Барсук. Ты-то когда уже закончишься? Вион, смывайся. И он ведь, главное, находит его, знаете, в темноте. На запах, наверное, идет барсучий. Идет на запах барсучьего жира. Так, тут 5 есть. О! Кстати говоря, а чего бы нам не сделать гоблинью сосиску? Гоблиньи сосиски даже. Так. Давай. Куда ты прешь? Куда ты прешь? Тут бинты. Не, ну... Вот же ж... Вот... Умён не по годам, честное слово, а? Кровищу везде тут забрызгал все, позорище. Людям рассказать стыдно. Ну давайте, давайте за ним пронаблюдаем, и, наверное, на этом это, эти мытарства уже гномьи завершим. Ну что, нашел? А, он еще и оружие свое потерял. Ух ты ж горемыка-то, а. Ходит, ищет барсука. Отлично. И что ты так сейчас всю карту будешь патрулировать мне? Видимо, да. Он, судя по всему, знает барсучьи места, поэтому... Не, серьезно, парень. Это у тебя такая хитрая тактика? А если сейчас гоблины придут? Ты как вообще? Там у нас поселение под твоей защитой. Как бы. Может, это баг? Как-то он странно. Он выглядит так, как будто стремится выйти нафиг с карты. Выглядело очень странно. Ну да ладно. Хлопок откуда-то тащат еще. Слушай, где вы все это находите, ребят? Реально. Все, вроде бы успокоился. Но гномы мои по-прежнему тут что-то бегают, тусуются с хлопком. Идет. А, вот здесь хлопок, да? Хм. Ну ладно, что. А, так, потихоньку у меня тут даже питье набирается. Это, видимо, яков подоили. Что здесь? Как раз сейчас в ход пойдет вино. Ну, не знаю, все на самом деле не так плохо, как может показаться, потому что... Да потому что не так плохо. Могло быть гораздо хуже. Могли мне перерезать нафиг всех гномов, но, к счастью, это не случилось. Кстати, что у нас там с клонком? Давайте проверим, не остался ли он каким-нибудь раненым. Клонк. Health. Нет. В отличном расположении духа. Так же, как и наш ополченец Вион. Тоже в полном порядке. Этот склад официально назначен заброшенным. Все. Что ж, друзья мои, к чему приступим в следующей серии? Давайте подумаем. У меня есть наполеоновские планы по созданию висячих садов. Быть может, мы приступим к их реализации, ну, по крайней мере, как-то к процессу проектирования уже в следующей серии. Но это не основная цель. Основная цель у нас по-прежнему организация экономики. И постепенно, наверное, мы с вами пойдем в... По пути металлообработки. Ну куда нам еще? Потому что камень мы уже обрабатывать можем. Еду бы, конечно, вопрос с едой бы наладить, но в принципе он решится сам собой со временем, потому что вот эти ребята дадут такое солидное потомство, которое нам позволит жить припеваючи, поверьте мне. Ну, или во всяком случае, я на это надеюсь. Ну и продолжим формировать наше ополчение. Вот для того, чтобы его экипировать, нам уже понадобятся металлы. Причем, чем лучше эти металлы будут,
тем эффективнее мы сможем организовать ополчение. Так, давайте-ка, кстати, посмотрю, где эта новая мастерская. Должна быть где-то здесь. Армори, вот смелтер. Да, вот он, смелтер. Различные предметы переделывают слитки. Ну что ж, друзья мои, спасибо вам за то, что следите за моими злоключениями в Гноморе. И до свидания.